Привет всем! Вы на канале Позитивный Огород. Сегодня мы решили приготовить пиццу с груздями. Достали вот такую вот баночку груздей. И сейчас будем готовить пиццу. Очень простой рецепт и при этом очень-очень вкусный. Первым делом активируем дрожжи. Нам понадобится 100 мл теплой воды. Обычные быстродействующие дрожжи. Берем одну чайную ложку, добавляем воду и также добавляем одну чайную ложку сахара. Все хорошенько перемешиваем и накрываем пленкой. В миску разбиваем 2 яйца, добавляем пол чайной ложки соли и все хорошенько перемешиваем. Добавляем одну чайную ложку еще сахара. И опять все перемешиваем. И вливаем 3 столовых ложки растительного масла. Прошло около 20 минут. И вот так вот поднялись наши дрожжи. Теперь всю эту массу вливаем в емкость с яйцами и маслом. Добавляем еще 100 мл воды. И все опять перемешиваем. И теперь всыпаем муку просеянную столько, сколько у нас возьмет тесто. Замешали вот такое вот густое тесто. Уже тяжело вилкой его перемешивать. И сейчас добавим сюда еще одну столовую ложку растительного масла. И уже будем вымешивать вручную. Ну вот, в течение 80 минут вымешали наше тесто. Вот такое оно получается мягкое, воздушное. И сейчас мы его накрываем сверху полотенчиком и ставим на минут 30, чтобы оно у нас подошло. Ну вот, достали наши грузди из банки. Такие вот груздочки. Попробовали их на соль. Вроде бы так они хорошенькие. Сейчас мы их измельчим. Ну и приступаем, в общем, к приготовлению начинки для нашей пиццы. А начинка у нас очень даже простая по своему составу. Вот грибочки так нарезали. Измельчили. Лук сладкий, ялтинский. Ну, можно, в принципе, любой лук использовать. Также перчик нарезали. Майонез, кетчуп и сыр. Вот такая вот у нас будет начинка. Ну вот, наше тесто постояло где-то 20 минут. Так немножко оно подошло. И сейчас мы будем раскатывать пласт теста и формировать нашу пиццу. Выкладываем тесто на стол и раскатываем толщиной 0,5 сантиметра. Перекладываем на лист и формируем бортики. Смазываем поверхность нашего теста кетчупом. Выкладываем лук, красный сладкий перец и грибы. И осталось только засыпать все тертым сыром. И ставим выпекать нашу пиццу в разогретую духовку до 180 градусов. Около 30-35 минут. Ну вот, наша пицца готова. 30 минут она выпекалась. Вот такая вот, с такой запеченной корочкой и очень-очень вкусной начинкой. Ну а всем тем, кому понравился данный рецепт, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями, заходите почаще в гости и пока-пока. До новых встреч, всем самого-самого наилучшего. И обязательно попробуйте приготовить такую пиццу.